экономического техникума, замдиректора по административно-хозяйственной работе. Вот по поводу вот этой вот ливневки, да, я хотела сказать. Она здесь никогда не чистится. То есть я сюда, не знаю, в прошлом году я не видела. У меня дворник вот по весне сам туда залазит, потому что вон там пивом все заливается. Давайте чистим. Подойдем, ваш народ. Уходит вода, вся вода уходит ко мне в цоколь. В цокольном этаже у меня находится столовая. И вся вода в цоколе. И я не знаю, с тем временем внизу стоит вода, никуда она и в этом году не уходит. Была такая ситуация. Это тоже комендант. Руководитель? Я замдиректор по административно-хозяйственной. Директор в отпуске, я за него. Исполняющий обязанности. Хорошо, что подошли. Еще, как говорится, первый штаб, когда я первый штаб проводил, я на это обратил внимание с самого первого штаба, в том, что ГСУ делает ремонтные работы, учесть то, что необходимо воды сделать. В большем случае инспектор полиции ГИБДД, вот такие машины, да, надо анализировать нарушения, да, фиксируйте, пожалуйста. В целом обращаются жители города о том, что такими присадками, значит, машины не дают людям ночью отдыхать. Продолжая разговор о том, что мы на самом первом совещании определили и попросили, я могу сказать только попросить, потому что нет генерального подрядчика здесь в объемах работ именно с той стороны дороги выполнения работ на ливневке. Вместе с тем, он сейчас оценивает ситуацию и, соответственно, будет в том месте приспособление делать, чтобы вода здесь не была. Но к вам, коли вы пришли, тоже вопрос. Красивый Ачинский торгово-экономический техникум. Молодцы, что содержите клумбы, здание приведено в порядок и пример другим, допустим, да, по незаконной рекламе. Но я бы хотел, чтобы еще дополнительно определенной территории вы взяли на себя по стрижке травы. Наш дворник, то есть мы не только у себя, вот то, что за забором, а вот эту территорию мы тоже косим. Хорошо, а вот фасады, то есть у вас немножко, значит, штукатурка отлетела? У нас это стоит в плане по ремонту по-нашему, и мы будем, да, фасад делать. Хорошо, я обязательно у вас в гостях появлюсь. Приходите, будем рады.